Дисклеймер. Глянем, что у нас дальше. Так, ладно, давай посмотрим. Это у нас что? 7. Так. Так, тут у нас вообще ничего не обозначено, да? Ладно, значит, сейчас с методом проб будем выяснять, в чем подвох в этом уровне. Ладно, я понял. Это была плохая идея. Это была плохая идея. Ладно, ладно. Давай вот так вот сделаем. Тебя тоже уберем, потому что это, ты вообще не пригодился. Не пригодилась, наверное, водоросль. Ладно. Я вот сижу, ищу подвох. А если тут же называется растение против зомби? А если тут не растение? Нет, тут все растение, нормально. Ладно, сейчас вас будем быстренько выносить. Пока не страшно, два зомбачка. Эти солнышки побыстрее. Давай, 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 не боимся, давай. Еще больше солнышек, больше, больше, больше. Пока не страшно, это обычные зомбаки, мы их спокойно вынесем. Раз и нет. Ты давай только успей кого-нибудь разнести из них. Желательно двоих, чтобы они не успели клонироваться. Потому что они на какой-то конкретной клетке клонируются. Скажи, по глазам-то бьет. Охренеть. Так, хорошо. Минус дедуган, это отлично. Давай еще вот так поставим. Хорошо. Двери, двери. Это не очень хорошо. Почему? Потому что он за ней прячется. И ни разу не открыл, кстати, сколько бы мы к нему не стучались. Хорошо. Так, хорошо. Нельзя, чтобы вот эти вот орешки размножались, потому что два орешка — это самая норма. Когда один, тоже сойдет. А вот три — это уже многовато. Хотя три не бывает, там уже сразу четыре и все. С четырьмя орешками уже, ну, никто не справится. Это уже все, перезалив, считай. Перезапуск уровня. Давай так. Ай, у нас снова два орешка в воде, да? А это же орехи. Да, это орехи. А лысые? Ой, что я сказал? А довольные? Что я сказал вообще? Какие? А лысые? Что-то я вообще не то, конечно, ляпнул. Так, надо их побыстрее выносить, чтобы двери... Блин, они же еще и орехи, помимо того, что они двери, правильно? Это плохо. Так, хорошо. Оба-на. Давай по низу, давай, давай, давай. Ну толпой вы же бьете. Смотри, как долго мы их бьем, и все. Кстати, насчет фильма «Сияние». Не знаю почему, кстати, просто вспомнил. Смотрел, это так скучно, капец. Это, ну оно же вообще не страшно, вообще. Не знаю, говорят, книга страшнее, но я сомневаюсь. Меня буквы еще ни разу не пугали. Цифры, да, когда коммуналка приходит, а буквы еще ни разу. Я не знаю, почему это прям классика ужасов считается, но это не страшно, не страшно. Не знаю, наверное, все фильмы, которые Кинга я смотрел, они вообще не страшные. Так, ну, по крайней мере, из того, что я смотрел, это, по-моему, Мэри, Оно и старая и новая версия, и Сияние, все. Может, что-то еще, но я уже не вспомню, наверное. Так, не, подожди, подожди. Кабачки сейчас будут прыгать, это плохо. Так, пока нет кабачков. Отлично. Так, на воде, наверное, тоже горохи нужны, да?
Понятно, ничего. Сейчас же этот орех опять, да? Отклонируется. Угу. Охренеть, аж провисает. Так, а с водой надо что-то... Так, перчик нужен, перчик, перчик, перчик. О, не успел, понял? Где? А, все, там нормально, там, там можно. Так, быстрее. Вот так, оп, и все, свободу. Ай-яй-яй-яй-яй, вышвыр... У меня солнышек нет. Зачем я... Я не ту линию прикрыл, да что такое-то? А че у вас так много? А, потому что... Эй-эй-эй-эй-эй, ты куда идешь? Это что такое было? Че он просто шел? Охренеть, он должен был на растение прыгнуть, он просто шел. Уверенный в себе. Но все равно он шел. Я понимаю, конечно, что у самурая нет цели, только путь. Но не настолько в ногу ее дошли. Так, я не понял. Почему у нас же жопа внизу, я не понял. Почему? Как так вышло? Где... Да, я не понял, там у нас горхострел был и имп сожрал или что? Как так вышло вообще? Так, нет, он третью клетку должен жрать, а на второй-то чем проблема была? Быстрее, ведро схватить! Фу, ведро уничтожить, да ты понял? Да как так... Да чё ж вы не дохнете-то, а? Алло, сколько вас там? Так, снизу надо еще. А, у меня солнышек нет вообще. А, тут еще, ага, вижу. Так, хорошо. Это только вторая волна. Ё-моё, я думал, это уже финал. А это даже не финал, это даже не близко к финалу. Давай. Опа! Не, ну с вами мы быстро разделаемся. Раз, два, оп, сдох. Раз, два, оп, сдох, все. Так, хватит. Нельзя клонироваться после того, как ты сдох. Ты че? Все, ты сдох, нельзя копию сделать после смерти, алло. Тебя убили, смирись с этим. Он за это, за Машеньку решил отомстить, я не знаю. Почему такая ненависть к пенькам? Быстрее, кабачок, кабачок, быстрее, 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 быстрее. Не успели. Да ну хорош. Давай уже орех тогда. Опа, хорошо. А, тут гигантюра еще целый. А, внизу и печки нет. Да что ты делаешь? Там вообще ничего не видно. А, после каждой же прокрутки точно гигантюры же появляются. Я что-то про это забыл. О, да. Ну, на воде ситуация, конечно. Не очень. Так, вы прекратите уже это или что? Ну, на воде нам у нас пососали эти -то. Пылесос засосал уже всех зомби. Но сейчас-то на финале, скорее всего, могут появиться там или нет? Главное, чтобы не появились. А если появятся, то это плохо. Ну вот, что за люди эти зомби? Ну вот как так можно? Ну ты же уже сдох, нахрена ты так делаешь? Он уже сдох, но надо добить, конечно, растения. Так, а ты снизу вообще прикры... Понятно. О, ты уже тут! А вы там? Понятно. Ну шикарно, что я могу тебе сказать. У-у-у, класс, еее.
Слушай, я сколько горошин, можешь огненный еще пускать, алло. Спасибо, но тут дверь еще. О, снизу у нас, конечно, вообще. Да. Так, ну тебя мы... Вода! 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 Всплыли! Фу! Они всплыли! Так, как говно на пляже! Что это такое? Слушай, он же сейчас взорвет мне печку, да? Так, на воде надо с ведерком что-то делать. Давай быстрее, солнышко. О, отлично! Только двоих, пожалуйста. Спасибо. А на воде-то еще разочек надо. Давай еще три солнышка. Хорошо, и все, в расчете. Раз. А, ну даже так. Ладно, даже два. Сделаю скидку тебе в этот раз. Можно и два солнышка. Как продавщица в этом лапке. Сделай тебе скидку, солнышко. Давай, оп. Слушай, пацаны, так нечестно. Я сейчас одного буду уничтожать, второй будет появляться. Второй будет уничтожать, третий будет появляться. Ладно, с чашкой мы пойдем нальем компота и попьем, отдохнем. И тогда на этом все. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить растения против зомби 2, мод Брутал. Так, давай по мини-играм посмотрим, что у нас следующим идет. Пять, так. Ага. Сейчас глянем, что у нас здесь. Я не выбирал это. Понятно, это уровень, где нам автоматически что-то дается. И далось что-то какое-то вообще такое. Кукурузную пушку 250, в целом дешево, да, согласен. Но у нас кукурузы нет. Поэтому какая разница, какая цена. Так, 25 за солнышко, это допустим. Две картофельные мины, в чем подвох? Сейчас растения будут на что-то другое меняться. Нет, сразу не вырастает. Тоже. Короче, знаешь, что я думаю? Хотя, зачем? Блин, 90% того, что я говорю в ПВЗ, в итоге я вырезаю. Или удаляется, точнее, бесследно. Потому что там я не прохожу, и это просто выкидывается. Ну ладно, короче, если это выйдет, то вот что я думаю. Нужно, наверное, что я там обещал? ПВЗ, не Unnamed, а что-то другое. Модс, по-моему. Вот его я обещал пройти. Давай тогда его сейчас начнем, после того, как Бен и Эд закончим. Вот и ПВЗ модс начнем проходить. Потому что сложные уровни, понимаешь, на них нужно несколько часов, а то и дней, а то и недель, а то и месяцев по некоторым модам, чтобы пройти. А ты понимаешь, что это очень редко. Так что давай то, что легкое, мы и так очень быстро проходим. А то, что сложное, ну мы будем уже по чуть-чуть ее проходить. Потому что время... О, ставится. Потому что то, что... Блин, я не уверен, что бесплатный грибочек будет стрелять. О, отлично. Давай. Раз. Так, ставим пока картофельные мины. А где? А где? А что это за сигнал в космос был? Мысли позитивно, слышишь? Что за хрень? Ну, тень вроде есть от кукурузы. Где кукуруза, спрашиваю? Картофельного минуса. Да ты не торопись, слушай, времени полно. Чё ты? Ты помедленнее, а то вдруг слишком быстро приземлиться. Ну, по такой логике, как ты долго падаешь, ты должен все поле взрывать. Куда ты чуть-чуть... Короче, на сложное уходит очень долго, зачастую потому что то, что называют сложным, по сути, это просто рандом. И там надо ждать, чтобы повезло, а ты знаешь, что мне жутко не везет. Поэтому рандом приходится ждать нереально долго. Плюс еще по времени это не очень получается. Во-первых, универ, во-вторых, этот... Что там еще? Какая-то хрень была. А что, помимо универа еще что-то было? А, сам рендер уходит около 6 часов. Если бы еще, когда ком будет помощнее, тогда, я думаю, рендер будет, ну сколько? Ну, несколько минут. Тогда лишние часы уже можно будет потратить на то, чтобы посидеть, позадротить в это. Ну, а так... А, ты вниз падал? О. А так, понимаешь...
Времени вообще нет, чтобы сидеть и часами один и тот же уровень пробовать. Часами просто один и тот же, один и тот же, один и тот же. Но это бред. Угу. Просто сидеть и ждать, пока повезет. Но это, ну что это такое? Это... Да, они не стреляют, не обращаются, ничего. Они просто есть. Класс. Они бесполезные, они просто существуют. А какой радиус у кукурузной кукурузины? 3 на 3 как будто бы, да? Гриб. Спасибо. Солнечный гриб, да. Точно. Вот его-то нам и не хватало. Только вырастай давай быстрее, алё. Спасибо. Класс. Не настолько быстро, ты чё? На стер ведерко стоит. Замечательно, замечательно. А тебе не кажется, что тень в другом месте? Куда ты падаешь? А, ты на низ падаешь. Угу. Короче, попробуем моц опять до какого-нибудь сверхсложного рандомного момента. Потому что сложно, это ничего страшного. Ты просто нужно несколько раз попробовать, и в какой-то из попыток получится. А рандом это... Пока тебя не соблаговолит удача, ты будешь сидеть хоть до усрачки. Так что это прям вообще не стоит того. Так. Ну класс, у меня единственное стреляющее растение есть. Я да. Хотел спросить, хватит у тебя совести спереть его? Хватило совести. Угу. Я бы не против, если бы мне кофейное зерно дали. Не, не будет такого. О, давай, подходи быстрее к кукурузе, 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 да. А что у меня все... А, кукурузина вниз летит, ёп. Взорвись! Да не в этом смысле, идиот. Дурачок, что ли? Куда ты взрываешься? Я не это же имел в виду. У нас солнышек мало, что это вдруг? Давай подсолнух его посадим. Я ж ПВЗ-3 еще хотел, точно. Мне там надо для того, чтобы Brutal X продолжить выпускать, мне надо ПВЗ-3 сыграть. Забыл про него. Так, нет, не-не-не-не, помирайте. Ага. Не-не-не-не-не-не. Хорошо, эй-эй-эй-эй, музыка не закончилась. Он где-то... А, все, фу, я думал, там еще один где-то идет. Не, все нормально. Так. Гигантюра! А сколько надо? Два хватит кукурузы? Две кукурузины хватит? Или много, или мало, или недостаточно, или что ты хочешь. Только не бей, пожалуйста. Нет, 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 нет. Не ударил? Ударил. Козел. А второй прыжок где? А с этим я что должен сделать? Ха-ха-ха. Ха-ха. Нахрена. 220, но это много. Это больше, чем 0. Да вы не торопитесь, давайте. Еле-еле. Класс, конечно. Гигантюра уже давно сдох, а кукурузы только начали долетать. Замечательно. Так, у нас что, до финальной волны еще далеко. Похоже, все, что я говорил, было зря. А я кукурузу потратил, да? Так, хорошо. А, ты уже сдох, подожди. Что-то я не обратил на тебя внимания. Замечательно, все взрывы впустую, что ли, летят? Это чё? А, это кукуруза, которую я запустил хрен знает когда. Да смотрю, оно что-то вообще... А это что тут падает? Ты что, не туда нажал? Ай, класс. Вот и раз. Нет, только не бей. Она же еще молодая совсем была, она еще даже не распустилась. Нельзя по картофельной мини так бить. Подожди. Оп. По кабачку ударил, да, красавчик. Ах ты урод. Все-таки по орешку, а? По нашему орешку ударил. Блин, вареная кукуруза. Хочу вареную кукурузу. В этом году так и не ел, слишком дорогая была.
Так, ну все, у нас... О, газонокосилки у нас не везде есть. У нас снизу их нет. Но зато мы почти уже разнесли их, смотри-ка. Ничего себе. Что-то с шариком не подыхает никак. Давай, 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 падай, 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 падай. А куда вы падаете? Алло, вы вниз, что ли, летите? О, нет! А, ну, понятно. О, класс. Угу, ага, понятно, ясно. Ай. Да ладно, время есть. Можешь еще падать. Прошли, прикинь. Ничего себе. Повезло, повезло. Так, орешек, допустим. А, о, откуда там? Там картофельная мина была? Ну ладно, неважно. Так, хорошо, один есть. Еще надо несколько. Ладно, так, давай попробуем вот. Ага, так, этот уровень, где он? Седьмая страничка. Вот это. Так, погнали. Что-то знакомое. Либо мы его уже... Мы точно его 100% пробовали на Brutal X, потому что Brutal X я уже все уровни перепробовал. Я помню. А вот пробовали ли в Брутале здесь, я не помню. Но что-то мне это запомнилось очень сильно. Дорогущая капуста, дорогущая кукуруза, дорогущие арбузы. В чем-то тут был подвох. Хотя это каждый уровень брутала, но все-таки. Что-то там такое было. Авто было. Он стреляет супер быстро. Хотя, с другой стороны, как это нам поможет? У нас тут вообще дела не очень. Ой-ой-ой-ой, делает вид, что читает. Слушай, а ведь зомби же вряд ли бы сам по себе взял газету, правильно? Соответственно, его укусили в момент, когда он был с газетой. Значит, он изначально читал газету вверх ногами. А еще учитывая, что он без штанов... Это маньячила из парка. Вот мы и узнали предысторию этого зомбака. Ну а вообще, лучше бы мне дали хоть какие-то растения, алло. А что за хрень? Мы ничего не можем сделать. Надо хотя бы одну капустку, я не знаю, поставить кукурузу, чтобы она замедляла, я не знаю, останавливала даже. Давай быстрее, оба. Вы что закидал, алло? Ха, все, нормально, все, я вспомнил, да, это будет накидывать. А только я не помню, чем больше покупаем растений, тем больше накидывают? Или это от этого не зависит? Вот это я не помню, как тут работает. Но кидает пока мало. Скорее всего, чем больше покупаешь, тем больше вот так вот накидывать будут. Или нет? Не помню. А внизу нельзя кидать? Алло, спасибо. Да-да-да-да-да, конечно, да. Конечно, да. А как же еще? Понимаю, да. Стоило нам потратить фонарик, как появились зомби с палками. С шестами. Конечно. Пришел чувак с длинной палкой и утащил тачку. Зашибись вообще. Класс. Козел, урод. Да, это маньячила, который сидит в одних трусах в парке, надрачивает. И газету держит, типа, делает вид, что читает. Поэтому газета вверх ногами. Мы раскусили его. Воу-воу-воу. А у нас хорошие детективные навыки. Хоть в полицию иди. Но нет, нет. Слышал, там экзамен просто пытка. Так, отсылочка для некоторых. Ладно. Так, ну вы прекращайте. Нате вам арбузом по хлебалу. А это, кстати, больно. Арбуз. Так, о. Да-да-да-да. Штыковую решили пойти. Хорошо, я запомню.
Алло, ты три прыжка, что ли, сделал? То, что я не считаю, это не значит, что я не посчитал. Слышишь? Ты что творишь? Так, а можно побольше кукуруз? Чтобы они побольше кидали. Чем больше кукуруз, тем меньше зомби. Спасибо, я думал, он проигнорирует орех опять. Почему, когда прилетает что-то такое, рвется газета? Мне это не нравится. Если газета порвется быстрее, чем сдохнет зомби, это все, это жопа, он успеет пробежать. Потому что вот эти вот катапульты, они медленные. Очень медленные. Вот вы и без палок. Ха-ха. Так быстренько просажаем. Просадим? Просажаем. Просажаем. Подсолнухи. Только не взрывайся, спасибо. А теперь добей его. Добей, 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 добей. Что ты думал? Под твою шарманку тут танцевать будем, да? Или как там говоришь? Плясать под дудочку, а под шарманку что? А под шарманку хорошо заходит водочка. Так, ладно. Не пей никогда алкашку. Натахе это не нравится. Забей, я не успел сформулировать. У меня пришла мысль в голову, я уже посмеялся, а не успел даже придумать, как связать это. Забей, этого не было. А, кукуруза тут, она вот такая. Она чисто на одну клеточку, я понял. Чисто на себя работает. Не-не-не, не успеешь взорваться, не-не-не. У нас тут все по красоте. Три орешка, один с... еще один с отбитой головой. Один из... Просто компания друзей. Три нормальных, один с пробитой головой и один подсолнух. О, с пробитой головой и обычные они свалили. И по итогу останется всего один орешек. Возможно, даже и подсолнух исчезнет куда-то. Ага, встрети своего гигантюру. Который раздавит его. Фу. Давай, 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 масло, отлично. Не получится, не получится. Так, надо побольше масла накидывать им. Чтобы они не успевали оживать. Ну ты хорош, ну сколько можно? Оно больше стреляет или нет? Есть смысл, что я покупаю, или это бессмысленно? А вот и подсолнушек ушел. Мне интересно просто, а когда делали этот знак, это на что было рассчитано? В какой ситуации нужен знак «Осторожно, утки»? В больнице? Хотя, учитывая, что на знаке даже утки охреневшие такие. Вот это мы опасные, против нас даже знак есть. Ладно, когда там, не знаю, знак «Осторожно, камнепад», там олени падают с дерева, «Осторожно, медведи». Вот это, допустим, а нахрена уточки? Ну да ладно. Кстати, и там... Очень странно, как этот знак держался. Мало земли очень. Ну ладно. Видимо, знак приклеили прямо к грунту. Это вообще красавчик. Не, это же не грунт. Чернозему? Или это какой-то конкретный вид земли? Ладно. Опять вторая волна? Только что ж проходили вторую волну. Или это была первая? Тогда капец, как долго уровень длится. Охренеть, 8 минут уже, да ты чё? Как будто был очень легкий уровень, где от нас практически ничего не зависит. Нужно просто сидеть ждать. И до сих пор не выиграли. Как так? Ну, хочешь сказать, я мало подсолнухов поставил? Я чё умоляю, в поле меньше подсолнухов.
Кстати, подсолнухи довольно-таки невыгодно сажать, как оказывается. Ты знал? Чтобы вроде как, если не ошибаюсь, вроде как, если там засеять подсолнух и потом его собирать, то, мол, земля там еще не пригодна будет для чего-то сажания пару лет. Вот такое вот я слышал. Не знаю, насколько правда. Я не агроном. Но вроде как-то так. Может, поэтому подсолнечное масло и семечки такие дорогие. Потому что потом земля непригодная. Хотя, возможно, ее как-то очищают или игнорируют, что более вероятно. Эх вы. Я не знаю уже, сколько масла надо, чтобы вы вообще не двигались больше никогда. Шарманка наверху, надеюсь, масло прилетит. Ну смотри, сколько по вам арбузов летят, вы чё? Стоять хорошо, но и дохнуть надо и надо. Класс, ты ледяной арбуз решил потратить на... на того, кто уже сдох, красавчик. Не, все, надоело. Хватит. ПВЗ, пойду. Тут что-то много зомбаков тебе не кажется в последнее время? Растение против зомби. Бен и Эд, этот. ЛФД. Что у нас еще там? Слишком много зомбаков. А, этот... Kingdom Rush. Ну, шелуха. Это же по сути зомби, правильно? Ой, ладно. Пойду отдохну там этот, не знаю. Войну миров Z посмотрю. Хороший сериал. Любимый мой. Один из любимых фильмов. Фильмов, не сериалов, фильмов. А то сейчас некоторые будут... Да-да-да-да, это сериал, это фильм. Я знаю. Знаю. Душным только мне можно быть. Кстати, о духоте. Надо бы форточку открыть. Хотя это будет шумно. Во-во-во-во-во. Такое еще и за окном буду слышать. Нахер оно надо мне. Да капец, да можно уже уровень как-то закончить? Ну сколько можно я устал сидеть-то? Как долго мы ничего не делаем. Ты же понимаешь, мы даже ничего не делаем. Помирайте быстрее! А это гигантюры-наркоманы, я понял. Красные глаза, он такой, зомби, возьму с собой. Этот зомби такой, меня это никто не видит, не говори, не говори. А я не придумал шутку. А все, а вы уже... А кидать, вы чё? А нахрена я фонарь поставил? Не понял. Вот это кольцо все власти у меня сейчас жалость. Я думал, финальную волну нужно без газонокосил... Фу, надо будет чисто газонокосилками пройти без этих стреляющих растений. Вот это я очканул жестко. Одну газонокосилку там мы слили. А то вот это вот я не просидел бы сколько? 12 минут заново просидеть. Да ну нафиг. Ладно, давай сразу следующий уровень какой-нибудь глянем. Хотя я там все равно нарезками делаю, так, поэтому на всякий случай на этом все. Можешь подписаться на канал, чтобы увидеть следующую серию. Также все ссылки в описании и скоро увидимся.